38 серия узбекского сериала Фатима Вазахра, которая выйдет на телеканале Мэнинг и Уртим 16 октября 2024 года, в 21.15, обещает стать одной из самых драматичных и эмоциональных в этом сезоне. Зухра, главная героиня, наконец-то решает покончить с мучительными воспоминаниями и взять правосудие в свои руки. Потеря сестры, покончившей с собой после жестокого изнасилования, полностью изменила жизнь Зухры. Теперь она готова на все, чтобы отомстить виновным и восстановить честь своей семьи. Сюжет 38 серии раскроет внутреннюю борьбу Зухры между желанием мести и необходимостью жить дальше. Вопросы справедливости, боли утраты и личной ответственности выходят на первый план, поднимая темы, которые затрагивают душу каждого зрителя. Действия героини становятся все более решительными. И она готова вступить на опасный путь, рискуя не только своей свободой, но и жизнью. Эмоциональное напряжение усиливается с каждой сценой, и зрителям предстоит наблюдать, как Зухра справится с болью потери, сможет ли найти силы для прощения или пойдет до конца в своей месте.